При Советском Союзе был участковый терапевт. Сейчас стал семейный. Был участковый терапевт 2000 или 1800-2000 человек на участке. Теперь так же самое. Они смотрели, отправляли в райлекарню, теперь смотрят, отправляют в райлекарню. Лечить у них негде. Обследовать их нечем. Обследовать негде. Рентгена нету, эндоскопии нету, УЗИ нету. Ну, а какого лаборанта они нашли, делают минимальные анализы крови. Но минимальный анализ крови, извините, это не является показанием. И кардиограмму. Ну, и раньше делали кардиограммы. У них ни сил, ни средств нету для того, чтобы они оказывали помощь. Как может больной прийти до семейного лекаря на прием, а оттуда собраться сюда приехать? Если автобусы работают у нас по базарным дням. Базарный день, среда, пятница, воскресенье. Воскресенье само по себе отпадает. Приехал сюда, бабка приехала по семейным делам, вот этим вот по здоровью. До обеда автобус есть, после обеда автобус поехал, развез, базар закончился, 12 часов или час. Все, автобуса нету. Чем ей добраться в село? 1-2 человека собрались, подумали, решили, написали, и все должны это все делать. При этом не проверив ничего, как оно пойдет, получится, не получится. Никто не учитывал менталитет украинского народа. Теперь по телевизору расскажут, что мы все дали, в больницах все есть, у вас должно быть все бесплатно. Та дуже багато змінилося за ці роки, що ми працюємо вже як центр первинної медико-санітарної допомоги. У нас зроблено дуже багато. У нас пороблені ремонти, в принципі, в дуже багатьох, не в дуже багатьох, а практично у всіх амбулаторіях у нас проведені ремонти. Нам виділяє гроші НСЗУ і виділяє дуже багато, допомагає районна рада. Тому що НСЗУ ж виділяє там, кошти йдуть на лікарів. О, і якби ми працювали тільки на ті кошти, що де НСЗУ, то в нас на ФАПи кошти не виділяються НСЗУ. А ми повинні ж, у нас 28 ФАПів, і вони обслуговують дуже велику кількість населення. Для того, щоб працювали ФАПи, ми просимо кошти в голів стіл, вони надають нам субвенцію, надають кошти і районна рада. Допомагає нам, що районна рада, що голови стіл, для того, щоб нормально функціонували ФАПи. Я ж не сказав, що треба повністю повторяти систему Семашко. Надо было адаптировать, понимаете? Адаптировать это одно дело, а ну, тупо вот так вот подходить, что вот это вот не надо, это туда, это сюда, это никуда не годится. Да, надо было сократить койки многие, потому что если 60-70 операций делается в год в райбольнице, спрашивается, для чего? Надо было просто распределить, где какая больница может выполнить какую функцию. И целенаправленно. Тут была бы паллиативная больница, тут была бы больница планового лекувания, тут было бы восстановительного лекувания и так далее. И в каждом, получается, районе в итоге можно было бы эти вопросы решить. Только это же надо было сесть, посчитать, почитать это все, посчитать еще раз посчитать, сколько, как, куда и на сколько коек она надо. Да, у нас тоже сейчас много коек не надо. Мы пришли к выводу, что вот 212 коек тоже вроде как многовато. Нам было бы достаточно 160-180 коек. Но вся проблема в чем заключается? Многие отделения нельзя соединять вместе. А если нельзя их соединять вместе, что останется 5 коек, что останется 10 коек, все равно должно быть, что 20 коек, что должно быть круглосуточный пост медсестры. Потому что есть у нас больницы в округе, например, что даже дежурного врача на ночь нету, спрашивается. Больница без дежурного врача. Что это за больница? Гинеколог готовый мне потребный. Только я пару человек отправил. Он приедет сюда. Давай я возьму. Может, там одна дамочка, я так смотрю, что косо смотрит, чтобы чкурнуть отсюда. Интерн. Ой, завтра меня не будет. Завтра еду, у меня зять тяжелый, лежит в кардиологии у... Да там миокардит тяжелый очень идет, у Тадурова лежит. Сегодня, пожалуйста, пускай подъезжает, а сегодня до вечера буду на месте. Проблем никаких нету. В 80-е годы у нас записывались в очередь медсестры, чтобы на работу поступить. А теперь мы просим, чтобы медсестры пришли на работу.
Сегодня еще одна медсестра написала заяву на расчет. Я говорю, ну, по времени хотя бы месяц-два, пускай люди пойдут в отпуск, потому что никого не остается. Получается, сутки через сутки должны идти медсестры. Это нарушение трудового законодательства. А с другой стороны, нету людей. Тупо нету людей. С врачами еще мы кое-как справляемся, учитывая имидж нашей больницы. А окружающие районы тоже голые. И по врачам голые, и по медсестрам тем более. Очень тяжело работать. Ну, в основном они уходят на пенсию, потому что сейчас такое время уже уходить обычно они никуда не уходят. Многие уезжают за границу. Он молодой хирург у нас уехал за границу. Сейчас работает резидентом, то есть проходит интернатуру, готовится стать хирургом, уехал туда. Медсестры много уезжают, человек 20 или 30 за этот год уехало. Португалия, Испания, Италия, Германия. Даже главный врач из Жашкова поехал в Польшу, выехал туда. Что вы хотите? За эти копейки что платят людям? Скоро не будет никого. У меня ставка 9700. Я со всеми надбавками, полторы ставки. Полставки травматолога, ставка директора и консультанта, получаю 16 тысяч. А вы обратили внимание, все и депутаты, и представители всех вот этих вот партий, все достойную заработную плату. А вы хоть один раз услышали, что значит достойная заработная плата? Правильно? Нигде не озвучена эта величина достойной заработной платы. Вам интересно? У меня вон газета есть наша. Я возьму газету. Ну, пожалуйста, что вам интересно? Читаю. Сверху среднеречный, средний речный доход лекаря-специалиста. Греция 67 тысяч, Финляндия 74, и так доходим Нидерланды 253 тысячи. Это вторичный ревень. Ну, вот и говорят, вот достойная заработная плата. Вот достойная заработная плата. Не надо мне 60, не надо мне 250. Дайте середину этого. Ну, середина получается где-то, я вам скажу, где-то Швейцария, Дания, 109-116 тисяч. Ми заробітною платою задоволені, тому що ми отримуємо заробітну плату від того, скільки ми декларацій заключили з населенням. А в нас декларацій заключено 78%. Ці проценти, які залишаться незаключені, це не залежить від того, що ми не погано працюємо, а ці люди, вони приписані в Звенигородці, в Звенигородському районі, працюють Польща, Чехія, Німеччина і так далі. Це шині снімочки. Я таки зрозумів, що решетка, то є шина, то не лестниця. Так, так, так. Так, рулінна операція. Повністю все капітальний ремонт, сюди 10-сантиметрів пенопласт, в стінах 10-сантиметрів мінвата. Тут вже був такий холод собачий, що невозможно було. Уже больше 12 градусов зимой не было температуры. Те цены, которые выставлены на оказание помощи, я не знаю, кто их придумал. Значит, для того, чтобы провести тромболизис инфарктному больному, это металлизы или актилизы, они стоят 28-30 тысяч гривен. Нам дают 19,5 тысяч на оказание помощи инсульту. Теперь другой вариант. Тот же самый больной умирает через 7 дней, через 5 дней, а за него же никто ничего не платит. Лекарства ушли, обследование пошло. А как дальше быть, никто не знает. 5,5 тысяч получается хирургическое лечение больного. За 5,5 тысяч надо оплатить вытратные материалы на всю операцию, купить, поставить на будущую операцию. Третину из этого всего надо выделить, потому что у нас многие отделения не зарабатывают деньги. Мы поставили условие такое, что из всех заработанных денег, те, которые зарабатывают, третья часть идет на нужды, хозяйственные нужды больницы. Слесаря надо, сантехники надо, водители надо, уборщицы надо, которые, это самые медсестры и врачи, только считаются медработниками. Остальные все это дополнительно обслуживающий персонал, который в медперсонал не входит. Вторинна ланка, вони, в принципі, вони ще не працювали,
по цих програмах. Вони ще не працювали як із НСЗУ, як працюємо вже ми на протязі року. Тобто вони ще не бачили результати своєї роботи. Якщо вони будуть так само, як і ми, мати результати роботи від того, скільки ми заключили декларації – раз, як ми обслужили своє населення – два, їхня задоволеність нашою роботою – три, то тоді вони будуть бачити результати своєї роботи. У нас все так, знаєте, от. Непонятно. Поэтому у людей нет понятия, у медработников нет понятия, потому что не готовили. Надо было полгода поговорить по районам, полгода собрать актив района в области, посидеть, посчитать. И тут должны были быть обязательно и врачи, и экономисты, и юристы. Решали бы все эти вопросы, а потом бы собрали все в кучу. А так с бухты-барахты с плеча срубили, и давайте, будьте здоровы, вот это вот делайте. Может, она имела под собой... Да, положительные стороны должно было быть, но учитывая, что оно делалось вот так вот по пыхах и бегом, без расчетов, без ничего, оно поэтому оно как-то, знаете, оно коряво идет, вот так косо, криво, коряво, вот так вот, поэтому оно не идет.